Там, где небоскребы стоят до небес, в лихие года рос разбойничий лес. Была я тогда молода и смела, и в банде лесной атамаши слыла. Но это потом, а в начале пути мне Золушке крест предстояло нести. О тех временах я сейчас не сужу, но сказку про Золушку вам расскажу. Встречаются ныне воры, подлецы, а раньше мы грабили только дворцы. Покоя нам замок один не давал, послали меня на разведку, на бал. Давала инструкцию крестная мать: на первом приеме нельзя воровать. Наденешь красивое платье и в нем заигрывай с принцем, флиртуй с королем. Эффектно оделась, и вот, наконец, на тыкве приехала я во дворец. В дороге по пробкам мы долго ползли, но крысы к обеду меня привезли. К обеду съезжались со всех областей, нас всех пробивали по списку гостей. Меня пропустили, а мой экипаж погнал на парковку под выпивший паж. Вино на банкете лилось из канистр, ухлёстывать начал за мною министр. Шутил, приглашал на собачьи бега, но, видно, попутал совсем берега. Мне кучу секретов король рассказал, я сразу смекнула, где спальня, где зал. Во время мазурки при свете свечей я сделала фото и слепки ключей. На башне пробило 12 часов, уж замок закрыт на тяжелый засов. Все было нормально, все было ништяк, но делся куда-то хрустальный башмак. И кто бы подумал, что это фигня окажется столь роковой для меня. И в сказках бывают такие финты, как из табакерки возникли менты. Подставил меня этот паш мусорок, и я получила свой сказочный срок. Но сроки кончаются, это не блажь. Ты помни об этом, мой маленький Паш.